Привет, меня зовут Норт, на канале Rocket Play. Продолжаем играть в American Fugitive. Играем, продолжаем. Даже интересно, что дальше будет по миссиям-то. В прошлой серии звуковая дорожка не записалась, поэтому звук был исключительно с камеры. В этой серии, надеюсь, все будет нормально. Дуэйн механик у нас сегодня на обоине, от которого чувак на загрузке тоже почему-то убегает. Видимо, знает чуть больше, чем мы. И по мере того, как открывается карта, дольше начинает загружаться. В первых сериях вообще быстро загружалось, сейчас как-то вот. Даже чувак немножко приостанавливается, я смотрю. Бывает же у него. Ищите код к бункеру или сейфу. Возможно, поблизости есть какая-нибудь подсказка. Е, начать. Подсказка — это хорошо. Так, как обычно, правой. Угу. У задания у знакомых М. Понял, М кто? А, мэр. Погодь-то-ка, мы где? А, мы рядом с мэром, все хорошо. Мы на новой карте, на нижней. Осталась третья карта. То есть как бы довольно много уже пройдено. И оказывается, в принципе, еще впереди-то третья карта. Казалось бы. В прошлой серии, по-моему, мы щиты сбивали для мэра, если я не ошибаюсь. Кстати, что по инвентарю. Если не ошибаюсь. Да, можно лом взять, я посмотрел, что. Мы пробегаем лом. Наверное, пусть будет лишним он. И сейчас в данный случай абсолютно не будет в данном случае, поэтому сразу рядом трамплины. Это надо запомнить, потому что единица умения, кстати, 4, если что. 4, на бег нужно 5. А на здоровье нужно уже аж 8. Ну, наверное, бег пока что. Здоровье не сильно пока важный показатель. У меня даже это до конца еще не доходило ни разу. Даже несмотря на то, что я под обстрел попадал очень такой плотный. $20 возле офиса мэра у нас. Бонусом. И. Что ж, уничтожение рекламных щитов привело к желаемому эффекту. Теперь надо разбить его автоматы по продаже газет. А разве это не выдаст нас головой? Подозрения будут, а доказать он ничего не сможет. Мы будем убивать его медленно, мистер Райли. Очень медленно. Хорошо. Порча рекламных щитов — дело рук экс-мэра. Уничтожены щиты с предвыборной агитацией Ти Джей Моргана. Гамильтон отрицает свою причастность. Свидетель рассказывает о побоище. Ух ты ж, какой кошмар. И у нас снова 7. Угу. Было 8, стало 7. В принципе, неплохо. Да, вот эту колымагу возьмем. Которая на самом деле очень даже неплохая, но я, наверное, зря это сделал. Потому что я увидел свет фар. А, нет, не зря. Я подумал, что кто-то остановится, и мы сможем у него перезанять автомобиль. Но, видимо, нет. Да, смотри, он просто нерешительный и не смог заехать. Печально, ну ладно. Ой, какая она неповоротливая, это капец просто. Ну давай ты, алё. Он меня пытается догнать зачем-то. Так, 200, 300, 800. Значит, тут рядом где-то. Тут где-то почти рядом. У нас вот это вот дело. Нужно обязательно с этого места начать. Потому что, я, кажется, проехал, да? Нет, смотри-ка. Ой, извините. Копы, кстати. Там, куда мы едем, сейчас появилась точка красная. Вот, замигала. Вот, значит, что копы. А, так это мы прям возле них. Ничего себе, мы дерзкие. Прям возле участка полицейского сломали, типа камер не было. Доказать, говорит, не сможет. Угу. Извините. Это, кстати, коп, по-моему, был. Сейчас меня искать будут. Серебристый кто-то там.
Вот, уже едут за нами, уже едут. Уже едут на нас. Срочно уезжаем. Извините. Извините еще раз. И в итоге те щиты становятся для нас ближе, чем те, которые были в самом начале. Ну что ж, сменим маршрут. Бывает, почему бы и нет. Тоже иногда полезно. Не знаю, зачем я объезжаю, походу, сквозная тут стоянка. Нет, не сквозная. Хорошо. Купы. Машина уже помята, это же видно. На им плевать почему-то. Возле банка. Деньги, кстати, по-моему. Выйду, посвечусь на камере, чтобы не спалиться. Типа. 20 долларов. И еще деньги. Какое хорошее место, надо запомнить. Веревка. Мясо, пончик и ездун на улице. У меня. 147 метров. Хорошо, отлично. Это радует, извините, помял кусты. Вот коп сзади, это, конечно, не здорово. Коп сзади, это очень не здорово. Не понял. Че вдруг? А, коп рядом, кстати. Я случайно. Ты ничего не видел. Там, кстати, деньги, по-моему, нет. Мне кажется. Нет, не кажется. Слушай, тут столько денег накидано. Еще 20 долларов. Хорошее задание. Очень даже хорошее задание. Повели нас по местам, где деньги разбросаны. Ой, какая она неповоротливая. Это на ручнике было, если что. Опа, хорошо. Вы молодец, мистер Райли. Слышал, Морган поручил кому-то из своих работников присматривать за его объектами. Кто-то сегодня получит, понятно. Кстати. Нет, не зацепил, хорошо. Я просто увидел здесь рядом. Опа. Вот это вот заведение, в котором у нас есть отмычки. А еще у нас замечательный желтый мустанг. Да. Отмычки есть, хорошо. В смысле, не отмычки, есть. В смысле, тут отмычки продаются. Отмычки есть не надо, что? Сразу же использовали. Чтобы взять машинку. У нас, кстати, и так уже умения хватает, чтобы добавить себе бег. Все, бег максимальный. Медленно восстанавливать здоровье, кстати, надо купить. 4 всего единицы умения и 1000. 1000 у меня есть. Осталось 4 единицы умения. Хотя бы 2 трамплина надо пропрыгнуть. Потому что, я так понимаю, в следующем задании я пару единиц смогу заработать. Не знаю, зачем я именно так разгоняюсь далеко. Тем более вот так вот эффективно. Все-таки мустанг хороший был. Не удался, прыжок, правда? Да. Слишком сильно меня занесло. Я вообще бочку мог сделать, в принципе. Мустанг, конечно, шикарен. А, ё-моё, опять я по краю. Да не удался, конечно. А он даже не засчитал, что я прыгал, понятно. Можно и так, чё бы и нет. Так. Выйдем эпично и починим машину. Негоже на помятой прыжки делать. Ну-ка. Чувак, съедь. У-у-у. Не удался. Неудачное приземление. Ну да, я в дерево приземлился. Совсем неудачное приземление. Ой. Ой, не говори, что я застрял только, а? Только не говори. Блин, а как так? Я застрял, представляешь? Все, отстрял. Чувак, что ж ты вылазишь так? Я вам кому-то гидрант пожарный сбил из-за тебя. Ой, какая она хорошая. Ой, какая она хорошая. Прям замечательная машина. Эх, ты как я молодец-то. Ты видел, да? Это было очень круто. Я ровно в коп отреснулся. Не догнали. Не поймали. Я все равно прыгнул.
с бочкой и не удался. Выполнен. Да ты что? Вот так вот эпично я ушел от копов. Врезался в них и уехал от них. Давай вот сюда пока свалим, потому что срулим, потому что ищут. Ищут. Две у меня единицы. Починим машину, она хорошая, она очень хорошая. Я даже не жалею, что я на нее отмычку потратил. Единица у меня есть, цвет оранжевый. Я понимаю, ну как бы звездочка должна была уже немножко пройти, нет? И смотри, опять шлифуют передние колеса, видишь? Пыль из передних идет, из-под передних. Что странно крайне. Заднеприводной этой машины. Так, куда мне? Опа. А, мне в обратную сторону прыгать. Мне прыгать в обратную сторону. Я думаю, отсюда мне хватит. Отсюда мне должно хватить по-любому. Ну не говори, что я неудачно. Да, ну, в принципе, логично, неудачно. Немножечко неудачно. Что ж я в них врезаюсь-то постоянно. Причем так очень хорошо врезаюсь. А у меня звездочки не прошли. У машины уже закончились, у меня нет. Так, давай отсюда попробуем. Попробуем отсюда. Прыжок не удался. А, 50 метров надо хотя бы. То есть, оказывается, еще и ехать нормально. Ничего себе. Вот это новость. Успел нажать на ручник. Успел нажать на ручник. Да, ёж твою ж. Что ж ты будешь делать? Картинка не успевает. Копы куда-то поехали, непонятно куда. Не говоришь, что я в них втораню сейчас, а? Нет, их нету просто. Наконец-то угадал. Есть? Да. Так, еще тро... А, рядом сразу. Сразу рядом. Сразу рядом. Сразу рядом. Сразу рядом. О-о-о, это нереально будет. Это, мне кажется, будет нереально. Я так понимаю, мне до острова долго надо долететь, правда? Да, попробуем, конечно. Мне кажется, будет нереально. Слишком далеко, и я разогнаться не могу нормально. Да ладно. В смысле не удался? Я же долетел. А как так? О, кстати. Копать. Сейф, $300, хорошо. Единица умения получил за тайник. Вопрос в другом, я теперь не выйду отсюда, как я? Я же утону. А там причал есть. Нам даже до него, видимо, придется... Да. Даже до него придется плыть. Тут вылезти можно, нет? Можно, представляешь? Кажется, по лестнице можно вылазить. Неожиданно. По лестнице можно вылазить, представляешь? А мы в каком-то лагере, я так понимаю, вылезли. Да. Лом. Очень неудачно идут копы. Очень неудачно идут копы. Я просто стою рядом, я все нормально. Охраняю. Так. Проехали. Единицы умения, нужна еще одна единица. Трамплин, кстати, рядом. Но я на этом вере вряд ли запрыгну. Слишком тяжелое и неповоротливое. Вот на этом можно попробовать. Извините, мне очень надо. Я верну, честное слово. Наверное. Оп, хорошо. Почти вписался. Давай посмотрим, что здесь в сторожке. Очень интересно. Я уже давно нигде не был. В кладовке. Картина. Ты представляешь? Картина и легкий лом. Я картину нашел просто наугад. Я просто наугад нашел картину.
Обалдеть. Так можно было? Обалдеть. Да фигушки. Да фигушки. Я хитрее. Ага, получилось. Не получилось, оба вниз едут. Теперь остается только вверх. И вот так. И звездочка пропала. Ну и все. В чем проблема? Проблемы нет, то извините. Очень они не хотят наручник тормозить почему-то все. Какая бы это ни была машина, наручник она не тормозит абсолютно. Хотя, по идее, должна как вкопанная становиться. Это же ручник. Оу, бочка. Которая не удалась настолько, что я перевернул машину. Очень жаль. Чувак, стой, стой, чувак, стой, 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 чувак. Не понял. А. И машин поблизости нет, представляешь? Нету. О. Ну дай хоть ведро возьму. Копы навстречу прямо. Да я видел, видел. Блин, вон мустанг поехал. Два мустанга поехало, ё-моё. Неудачно повернул, вот тебе еще одна звездочка. Деньги, по-моему. Что это было? По мне стреляют. Да чё это не было? По мне стреляете просто. Я могу? Я могу. Ну и все, до свидания. Я уехал. А ты суппорт стой дальше. Я уехал, все нормально. А это собака на улице. А я уехал. Опа, стой. Вот гад. Он, походу, не может въехать. Застрял в деревьях. Ему очень тяжело с масштабированием, поэтому... Он думал, что это кустиком проедет, а не получилось. И я вот так вот эпично задним ходом от него уехал. Потихонечку. Так вот здесь стану и не буду освечивать. В принципе, можно выйти. А у меня звездочек больше. Я просто починюсь, скажу, вы что, тут побитый был-то? Не я, у меня целый. Этот не шлифует вообще никакими. Слабенький, типа. Вообще никакими не шлифует, абсолютно. Две. Ну, я думаю, пока смысла нету. Трамплин брать на таких автомобилях. Смысл есть доехать до звездочки, до миссии. Да, я даже со звездочками миссии могу брать. Интересно. О, мистер Алик, я встречу у вас новое задание. У нас. Вы, должно быть, гадаете, к чему это я все. Я скажу, мы пытаемся отвлечь Моргана. Кое-кто привлекает для него средства. Мне эти средства не нужны, но для его деятельности их потеря обернется серьезным ударом. Хотите, чтобы я нашел эти деньги? Именно. Найдите деньги и передайте их дельцу. Дальше он разберется сам с ними. Хорошее задание. Бы кому-нибудь такое задание дать. Найди деньги и передай мне. А я разберусь. Нормально. Нормально, отлично. Оба-на. Ну ты вот, да, очень смешно. Очень смешно, прям, трындец. Я не знаю, зачем мне звездочку дали, за что. Я съехал в воду. Может, мне плохо стало, я в воду съехал, они мне звездочку дали. Ясно. Хоть бы тут где-то мигало, нет? А это что? Это дикие грибы. А не мигает ничего, кстати. А вон там что-то в кустах. Это ягоды, что ли? А это ягоды. Давай ягоды возьмем. Ягоды пусть будут. Вот там что-то лежит. В кустах.
О, пожертвования. Ничего себе, у них пожертвования валяются где-то в кустах. Пожертвования в кустах. Бобрам пожертвовали, что ли? Я что-то не понял. На строительство плотины, судя по всему. Спасибо. Я очень ценю ваш вклад. Ваше пожертвование принимается. Могли бы, честно говоря, и получше что-нибудь уже привезти. Ну да ладно. Так, а это у нас куда-то... Какое-то депо, судя по всему, да? Да, смотри-ка, я угадал. Именно депо. Потому что на карте что-то очень такое полосками похожее на рельсы, либо вагоны. И я угадал. Трамплин, кстати, есть здесь. Ого. А зона поисков у нас... Ё-моё, какая запутанная зона поисков. Ага. А он лежит. Вижу. Сразу же вижу, он лежит. Да? Пожертвование на компанию. А можно третий не собирать, два себе оставить? Можно? Жаль. А это что? Это лом. Кстати, по-моему, легкий. Поэтому надо взять, потому что... легкий лом — это редкость на самом деле. Да, поднять легкий лом. 2,5 килограмма всего, и те же самые... Там в тяжелом 3,5, по-моему, так. Не, подожди, 2,4. А тут 2,3. То есть на одну попытку меньше, блин, в два раза легче. Там, кстати, по-моему, деньги светятся. Да? Светятся. Светятся, по-моему, деньги. Да, деньги. 10 долларов. То есть я, собственно, и на свою компанию 10 долларов пожертвований взял. Хорошо. Замечательно. Почему бы и нет? Так. Последнее аж километр ехать. Последнее ехать аж километр. Ну да ладно, километр так километр. Поехали, почему бы и нет. Покатаемся. Покатаемся, пособираем деньги на компанию. 500 метров. Ой-ой-ой. Мусорку кто-то выкинул на дорогу. Вот гады. Копы, здрасте. Ага, вижу под столом. Ой, слушай, тайник, по-моему, нет? Да, тайник. 300 долларов. Воу, 4 единицы умения. И вот они, пожертвования. Прекрасно, теперь нужно отнести деньги дельцу. Но сперва... медленное восстановление. Давай. За 1000 долларов на здоровье будет быстрее восстанавливаться. Я думаю, что мне дальше пока что не стоит. Мне и так оно восстанавливалось довольно быстро, мне хватало. Хватало мне, в принципе. Ехать нам 300 метров всего лишь. А увеличение в два раза, ну или на какой-то процент. Опять мусорку. Ничего себе, мусорки, слушай, я аж подпрыгнул. И так, про запас, я так понимаю, сделано, потому что... Даже того мне хватало. Рыбу и мясо никто так и не поднял. Мы отдаем деньги дельцу. Задание выполнено. Единица умения. Отличная работа, мистер Райли, она сказала. Так, снижая цену в магазинах. Нет, спасибо, мне не надо. Увеличить шанс успешно напасть на кого-нибудь в доме. Да? Давай. Не знаю зачем, ну, мало ли, хоть 10%, потому что у нас 0 совсем, как бы. Мало ли, что дальше будет. Мало ли, что дальше будет. Кстати, у нас магазин продуктовый. Вот он. И ломбард, вот он. Нет, наверное, я давай съезжу в ломбард. И там рядом магазин продуктовый есть. Потому что... Вау. То есть, если я на газ не нажимаю в тот момент аварии, а пытаюсь увернуться, то не засчитывается. Представляешь? Легальное читерство, как GTA. Если газ отпустить, врезаться в копов, или наоборот на тормоз жать, то не засчитается звездочка. Я это узнал совсем недавно на записях. Когда записывал тройку. Я реально столько лет не играл, я не знал этого. Ну, значит, то же самое. Поедем, сдадим наживу, потому что я, честно говоря, насколько я помню, не очень много набрал всего, но инвентарь надо почистить немножко.
И заодно вот рядом такой же магазин есть. Ух ты ж, промахнулся. Рядом такой же магазин есть, где можно восполнить отмычку, которую я потратил на мустанг. Я случайно кого-то сбил, походу. Извините, я не хотел. Я тормозил, ты же видел. То есть, не работает. Так, фотография 2, 75, 77, 112, 130, 160 долларов. Мы заработали. И плюс труба. Я, ага, 50 долларов. Угу. 210 долларов в итоге. Хорошо, без проблем. Стоять, полиция, они, ага, вот сейчас вот в машину только сяду и буду стоять. Спасибо. Подтолкнули. Краем не прогресс, я уехал уже, все, отстаньте. Краем у них не прогресс. Я даже ворота почти попал. Кстати, опять доллары лежат, да что ты будешь делать? 20 долларов. 230 долларов у меня уже, 230 долларов. То есть я покупаю отмычку, вот еще пятерку, да? Было бы 200 долларов осталось бы. Так останется 195. 5 звездочек, с ума сойти. Откуда у меня 5 звездочек? Что ты делаешь? Из-за тебя сбил кого-то. Гад. Так, 5 звезд. 5 звезд, надо куда-то прятаться. Потому что 5 звезд очень много. У нас лежат деньги здесь. 1 доллар целый. Форма охранника. Все. Они, походу, меня уже больше не видят. Требуются ключи. А я взломать не могу такой замок, да? Да, представляешь, я замок. Есть замки, которые я взломать не могу, оказывается. Ой. Что-то я... А у нас по взлому-то что-то есть, нет? Оружие, я смотрю. Разоружение. Автоматические. Ух ты! Вот это хорошо, это очень классно. Чтобы каждый раз не нажимать, подходишь и сразу, я так понимаю, увеличивает урон. Снижает урон. Нет, ничего такого нет. Для замков у нас ничего такого нету. То есть реально нужен какой-то ключ. Реально нужен какой-то ключ. Ну и, собственно, я так понимаю, что звездочки будут проходить. Я стал, меня никто не видит, не слышит. Звездочки у нас будут потихонечку проходить. По 15-20 секунд на звездочку, то есть это больше минуты. Больше минуты, и я так понимаю, что сегодня надо уже это все дело заканчивать. Поэтому спасибо, что смотрел. Подпишись, поставь лайк, напиши какой-нибудь комментарий. Обязательно нажимай на колокольчик. Походи по плейлистам, посмотри другие видео. Спасибо, что смотрел. Всего хорошего.